Героя постановки выбрали не случайно, мало кто знает, но именно этот поэт 11 лет исполнял обязанности мирового судьи и неплохо преуспевал в своей работе. Кстати, свою кандидатуру на такую должность он выдвинул самостоятельно. Уездное дворянство поддержало Афанасия Фета. Я хотел бы отметить, что после того, как он подал прошение об отставке, съезд мировых судей с учетом его заслуг назначил его почетным мировым судьей. Там, конечно, другие полномочия, но, соответственно, вот такая история. Мы, как юристы, не можем не чтить память о таких великих служителях. Также в Курске подвели итоги конкурса рисунков для ребят от 6 до 18 лет на тему «Право глазами детей». В самой младшей возрастной категории победил Константин Калюжный. Громко скажи, я победил. На победил. Умничка. Юный участник получил диплом и подарок от организаторов конкурса.